И вот от этого номера считайте выше, сколько этажей. Получается 24 примерно. Я пришел сюда, чтобы им сказать, что воскресный день сегодня, Пасха, чтобы не работали. Ну и мало людей тут кому говорить, они все равно работают. Хотел сказать им, что этого делать нельзя. Никак нельзя. Потому что Господь дал самый великий день нам, Пасху Христову. И вот они. Вот оно. И сейчас покажу еще, где этажи считают. Это первоначально, это второе к ним пристроили. Они по цвету отличаются даже. Вот видите, 20-й. От него считайте. Вот, а там больше на той стороне. Вот к этому краю, к левому. А кому говорить эту свинью? Я увидел кран шевелиться, а я живу не так и далеко. Но видно, что там человек на верхотуре работает. И не он один только. И вот здесь вот и видно, он голова. Ну, значит, может, что-то уж совсем никак нельзя без этого. О, Господи, помилуй нас грешных. А тут рядом такая большая была труба, чуть не наполовину уже больше стало ее, вот она где кончалась. Ну, к нам туда крадутся. Ладно ли это будет для нас? Все. Та улица промышленная. Это даже должно быть написано об этом. Ну да, написано. Вот сейчас могу снять. Тут много разного. То, что редко где встретишь. Большие очень дома. Как тут кто будет жить? Со стороны смотреть страшно. Вот так. Он даже коршун летит, где и то видать. Вот два человека. Я выйду и крещу рукой, а тот, видимо, сварщик прямо на животе лег.